Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». С вами, как всегда, Александр Сударев, и мы находимся на территории Совалмаш. Несмотря на сложную общемировую погодную ситуацию, у нас работа кипит полным ходом. Сегодня мы расскажем вам о новом оборудовании и о этих двигателях общепромышленного назначения 132-го габарита в удлиненном и коротком исполнении. Подробнее о них расскажет наш ведущий инженер Игорь Корхов. Ну а теперь давайте переместимся к новому оборудованию. По левую руку от меня вы можете наблюдать промышленный сушильный шкаф. Нужен он нам для того, чтобы помочь оптимизировать трудовые ресурсы, а также оптимизировать энергозатраты. Данный сушильный шкаф поможет нам сушить пропитанные лаком обмотки будущих электродвигателей. Эту процедуру мы обычно выполняли на нашей муфельной печи, но данный шкаф, как вы можете наблюдать, имеет более маленькие габариты, что позволяет нам существенно экономить время нагрева самого шкафа до оптимальной температуры. В том числе, так как времени затрачивается для этого процесса значительно меньше, электроэнергии тратится меньше. Помимо этого, второй сушильный шкаф позволит нам задействовать сразу два двигателя в работе с подобными задачами, что непременно скажется на скорости общей работы. Ну а теперь я предлагаю переместиться в лабораторию, где Игорь Корхов расскажет, для чего же мы получили новые общепромышленные двигатели. К нам поступили новые двигатели, это 132 габарит, значит, два варианта, короткий и длинный магнитопровод. Вот, с ними мы хотим получить, ну, как всегда, очень хорошие параметры, перемотав их на славянку. Вот. А какие варианты у нас будут, это мы покажем позже. Есть много интересных задумок. Ну, это чуть-чуть позже. А пока тестируем, как он есть, классика, смотрим, что он показывает. Сразу скажу, что он показывает слегка меньше, чем у него по паспорту. Вот. Но, тем не менее, как бы испытания выдерживает. А в завершении данного видео я хочу каждого из вас попросить нажать на колокольчик, поставить лайк, и если вы не подписаны на канал, обязательно исправить это недоразумение. Впереди вас ждет очень много интересных видеоматериалов, из которых вы узнаете о самых важных и значимых событиях из жизни проекта «Двигатели Дуйнова». На этом у меня все. Встретимся в следующем выпуске.